Пенсионерка, которую зажала дверями трамвая, добилась компенсации морального вреда в суде. Получить деньги от городского электротранспорта женщина смогла спустя год после несчастного случая. В феврале 2014 года Лидию Георгиевну буквально сдавили дверями вагона на остановке «Университет». Меня захлопнули дверью. Прямо на мне ее закрыли, эту дверь захлопнули. Я, конечно, кричала на весь трамвай. Подошла ко мне кондуктор, справилась о самочувствии. Я говорю, похоже, ребра сломаны. Старушку осмотрели врачи и констатировали ушиб грудной клетки. И вот после несчастного случая 74-летняя пенсионерка обратилась в прокуратуру. В настоящее время Лидия Георгиевна уже принимает меры к тому, чтобы каким-то образом решить в судебном порядке вопрос о компенсации причиненного ей ущерба. В итоге прокурор потребовал взыскать с городского электротранспорта 50 тысяч рублей в пользу пострадавшей. Но суд Тракторозаводского района посчитал, что для компенсации морального вреда женщине хватит и 10 тысяч рублей. Решение уже вступило в законную.